Привет, друзья! Нас долго не было. Не было нас, знаете почему? Потому что нам был облом! Или нас не было, потому что ничего особенного и выдающегося не происходило в нашей жизни. Мы просто работали и отдыхали после работы. И так, день за днем. Кто-то вообще не работал и по-прежнему не работает. Вряд ли кому-то будет интересно смотреть, как чувак выносит мусор, убирает посуду, идет на работу, возвращается с работы, готовит пожрать и так по кругу, по кругу. На носу Новый год, и надо подвести некие итоги. Что же у нас изменилось за этот год? Как нам тяжело дались эти 11 сраных выпусков? Если вы следите за нашими новостями, вы знаете, что у нас помимо «Здравого малого» есть еще «Белгородский обозреватель». Это два разных проекта. «Здравый малый» — это больше влоги, это больше видео для себя, чтобы не тухнуть, чтобы не закисать. А «Белгородский обозреватель» — это более коммерческое такое направление. Как бы мы не хотели, чтобы как-то заинтересовывали людей наше видео, но белгородцев, оно, поверьте, не интересует. Тут людей из других городов, им почему-то нравится наш стиль. А вот нашим же ребятам наш стиль не нравится. Вот это факт. Зажрались карликами. Сегодня мы поговорим о таких мифических созданиях, как карлики, лилипуты и гномы. Кто они? Откуда они? Зачем они пришли в этот мир? Существуют ли они? Есть ли они среди нас? Какие цели они преследуют здесь? Видел ли кто-нибудь в Белгороде вообще? Об этом и о многом другом в этом видео. А как вам наши декорации в стиле ВГТРК Белогорье? Мы стараемся, мы не отстаем от тренда. Видим, может, в футболке там Даунтаун. Почему никто не делает там Нижняя Игуменка? Безлюдовка. Верхопенье. Весёлая лопань. Что изменилось на период времени, пока мы ни хрена вам не показываем? Я переехал вместе с девушкой на квартиру. Стал жить самостоятельно. До него была и речка рядом, и лес, и парковка, и двор собственный, дом, в котором все еще делали, но медленный, сука, интернет. И он, получается, променял все это ради интернета. Чтобы вас радовать вовремя роликами. Да хер там, в доту он играет, стримить он начал. Кстати, ребята, я начал стримить. Ребята, подписывайтесь на мой канал стрима. Там сейчас проходит розыгрыш. А вот здесь ссылочка будет в описании. Что за розыгрыш? Я разыгрываю маунта на одного из персонажей доты. Это котейка. Очень милая, такая мур-мур-мур. Вот. Серьезно, да. Не скажу прям, что она прям очень дорогая, но так, типа, если она халявка, он у тебя останется, я думаю, никто не откажется. Мы магниты разыгрывали, которым 50 рублей цена. Люди вообще репостили. Только из как какого бешено. Города? О, блядь. Вот, это шутка юмора была. Я вышел из филармонии, прошел месяц. Месяц я сидел на фрилансе. Однажды в 3 часа ночи мне пишет товарищ Турчин, оператор. Теперь я работаю в профсоюзе «Правда». И я счастлив. Я, конечно, немножко грущу о филармонии, о том коллективе. Но о том здании я не грущу. Профсоюз «Правда» — это точно такой же профсоюз, как есть другие. Но он реально работает. Только сейчас влился ритм, находится силы вечером что-то делать. Например, влог снимать. Были некоторые обстоятельства, которые мешали действительно творческому порыву. Безденежье явный тому пример. Если кто-то думает, что у нас куча бабла из-за блока, то нет, ребят, вы не думаете, это чисто для себя, и вот нас смотрят, а господи, 300 человек, какое бабло. Мы ж не Карелин. Потому что он подписался на нас в Инстаграм. А еще самая важная новость, мы уже полгода студент. Полгода пытаемся записать вступительный трек для влога. Вот, да, точно. Едем мы к нашим друзьям, к группе Music Motion Band в Инстаграме. Ребята, подписывайтесь на них. И они нам помогут записать начальный трек нашего влога. На самом деле, написание трека — это сложный, долгий, муторный процесс через нервы, трение участников. Сейчас мы во всем этом убедимся. Да. 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 Это был баш на баш. Мы съемку, нам трек. Короче, у нас впереди есть трек. Студия звукозаписи бить. Ты, кстати, прав. Затопило кабинет, а там его регалии все висели. Он звонит. Там это, затопило кабинет, сними мои все дипломы. Баны там стоят, аппаратура, сними все мои дипломы. Все еще все думают, что карлики — это очень милые создания. То есть они не ругаются, там не занимаются сексом, не водят машину. То есть не ковыряют носу. Такая хуйня. Понимаешь? Ты что скажешь? По поводу карликов? Да. Нет, ты карлик, ты карлик — это Элька. Ренат XL, как получается. Я XXL карлик. XXL. 3XL, да, то есть скорее всего. Есть карлики S. По-православному. По-православному? По-православному. Славный водой. Ты же крестьянин. Естественно.
Карлики все христиане. Почему это? Даже в этом, даже в быстренько слово вспоминаю, страна, там, где Югославия, там, где карлики, страна, там, где карлики, все правильно? Ирландия. Там, где Югославия, Ирландия, все верно. По-моему, чушь какая-то. Босния. Босния, карлики из Боснии. Кстати, Босния. Боснинские карлики, клевая группа. Ты чего же можно основу? Карлики из Боснии. Мы рады вам в этом блоге представить трек, который нам ребята записали, сочинили, а звукозаписывающая студия Бит свела. Наверное. Я не знаю. Все наши ролики будут короткие. Не по 12-20 минут. И будут выходить благодаря этому чаше, потому что короткий ролик требует меньше забрачи, чем длинный. Член. Меня срыгнул. Тютюн. Табак по-украински. Слышал? Нет. Что-то тютюном балуется, ребята, у вас. Так, человек, если балуетесь тютюном, а? Хэштег тютюн, ребята. Есть одна милая девушка, у нее есть мелкая тайна. Тяжело ей живется, ведь у нее есть член. Кстати, нужно ребят поздравить. Давай ребят поздравим. Давай. 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 Только не говори, что все хавло. Все плохо. Поздравляем людей. Ага, поехали. Короче, ребят, с Новым годом вас. Мы захотели создать наш праздник в первую очередь для вас, потому что в течение всего года вы нас смотрели, вы лайкали, кое-кто даже репостил. Отдельное вам за это спасибо. Мы стараемся для вас. Спасибо вам огромное, что вы нас смотрите. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством, друзья. Ребята, спасибо вам. В следующем году мы обещаем справиться. Если ролика не будет 9 числа, первому, кто напишет в группе на стене, какого хуя ролик, мы ему отдаем 1000 рублей. Все, ребята, всем пока, всех любим, всем мир. Спасибо, всем с Новым годом, еще раз спасибо. Запах от моей ноги, как запах посреди окопы. Потные ноги, беззащитные ваши носы. Где вас носило, по каким дорогам, от чего так пахнете вы?